Вот мы остановились на обед. Мама приготовила дошик. Вкусная. Папа у нас мусор прессует. Посмотрите, в какой параше мы едем. Ездим, точнее. Это вот все, что оставляют люди в... Все, мы, короче, в этом заброшенном здании. Здесь... Во. Ферма лошадей. Что? И вот уже первый. О, первое тело, отлично. В 20 лет я тебя убью. Бегите. В смысле, бегите. Может, беги? Если здесь неправильный оборот, ребята. Если бегите, значит вас. Если тебя, значит беги. Проход какой-то. Это что за дрожжи? Тимофей, здесь какое-то дрожже. Я помню, что это за дрожже. Конфетки. О, шкаф. Круто. Шкаф. Здесь какие-то он. Супер-пупер, что-то там. Это что такое? Ну, это какой-то механизм, понятно. Вот это вот что за стекляшки. Ну ладно, здесь, короче, ничего интересного нет. Единственное, там как будто подставка для пробирок. Лампочка еще какая-то есть. Ладно. Выходим, пошли отсюда. Опа, опа. А вот это уже очень интересно. Здесь, скорее всего, кто-то был, да, потому что просто так колбы... А что это такое? Ну вот это колба, это понятно. А это что такое? Пальчиками. Что это? Рептоми, что-то там, сульфат. Стрептомицин, сульфат. А, обои зачетные, кстати. Что это такое? Это сухпайки? Здесь написано эко... Что-то там. Эко... Это что? Что-то там, короче, написано. Тут таблетосики какие-то лежат. Фу. Короче... Фу. Какая-то гадость. Здесь иголки есть. Одна пластиковая, вторая металлическая. А где вход? Ууу, как много хлама. Ууу. Круто. Привет. Не пахнет что-то это самое. Тазики. Бойтесь меня. Я думал, здесь тело будет. Ну или кости хотя бы. Одна.
Короче, здесь местами поднимается такой ветер, что рулить здесь вообще невозможно. Лодку сносит с дороги, то есть мне надо было туда, а я уже вот в этих кустах. Вот. Мама работает, а брат не работает. Что? Что? Я записываю на камеру, что ты не работаешь. Пусть все узнают, что мой брат не работает. Ну, в общем, мы уже опять нашли место. Дрын-дын-дын. Какая красота. Здесь и кострище, и посидеть на бережку можно. Вот лодки вытащили. Тут видно, что здесь кто-то ездит. А сейчас... И туда, пожалуйста. Тимофей, давай, я снимаю, как ты будешь прыгать отсюда. Давай. Давай, Тимофей, давай. С разбега и туда. Ради 10 подписчиков. Ради, если вот ради 10 лайков, вот это да. 10 лайков. Этот мистер хочет снять замедленную съемку того, как я прыгаю. А сейчас, ребята, мы пойдем за хворостом, ну, на всякий случай, потому что мы будем разводить костер. Большой. Если вы когда-то прыгали в речку или делали сальтуху, ставьте лайк, потому что... Потому что я уверен, что не все поставят под этим роликом лайк. Вот. Йоу, у нас тут заросли крапивы, что за джунгли? Ничего себе, какие, о май! Ядрить, что это за крапива? Она выше меня просто. Это невозможно. Вот крапива, вот моя голова, во. Реально асфальт. Как мы тебя давно не видели. Ой. Какой он тепленький. Меня жрет комар. Я только что вами убил комара. Вы очень полезные, ребят. Спасибо вам. Опа, чё? Видите, черный пол. А ты стоять. Это обгорело. Во-первых, это значит, что здесь очень хрупкий пол. Может быть, здесь оставили кто-то рюкзак, а значит, здесь кто-то может быть. Во-вторых, это значит, что здесь был пожар. Сначала смотрим вокруг, потому что нам люди не нужны, свидетели ни к чему. В общем, первое, что мы видим, это проводка. Из-за проводки случаются часто такие вещи, но, как мы видим, причина не в проводке, потому что обычно, если бы это была проводка... Хотя, знаете, если комнаты там чистые, значит, это, скорее всего, от проводки. Вот у меня был случай как-то. Я, получается, из розетки доставал вилку, ну, когда заряжал свой телефон, а там, получается, из-за того, что... Розетка старая, там получается проводки ее обвили, получается индукционный ток получился. Индукция, вот. Получилась индукция. И именно из-за того, что получилась индукция, я, получается, начал вынимать, пошла искра, и там подплавилась немножко вилка от зарядки. Вот. И огонек. Там лесной голубь, я подумал, это что-то, а это просто лесной голубь. Есть бумага, так что, Тимофей, бери бумагу, вот газеты. Кстати, давайте проверим, какая здесь дата. 2010 года. Этой газете 12 лет, вот, ребят, кто не верит. 2010 год, Тимофей, бери. Подожжем ее. Да. Я нашел дикое животное. Я знаю, что ты как бы меня боишься, потому что людей с камерами... Он сказал мяу. Ты хочешь, чтобы мы с тобой подружились или... Тимофей, сядь. Киса. Котичка. О, там еще один есть. Там еще один черт. Он пошел туда. А я пойду с этой стороны. Тут коты. Привет, привет, коты. О, он без... Я говорил, что он без злой. Привет, котик. Извините. Что?
Что? Тут кому-то отрубили голову. После сгоревшего дома у нас новое развлечение, ребят. Смотрите. Месье Богомол. Белорусский. Сусский. Белорусский, сусский Богомол. Подай мне его потрогать. Сейчас погладишь по шерстке. Что-то с ногтем. Все верно. Он по камере лазит. Это я паука. Нужно было потом поставить дисклеймер всем арахнофобам на всякий случай. Почему, кстати, люди не боятся богомолов, а боятся пауков? Они их пугает количество лапок? Папа, какова твоя версия? Ну они просто мерзкие какие-то такие вот. У них лапок много. У пауков. Идеальная реакция. Я уверен, она наберет больше 10 лайков. У нас варится гречичка. А еще у нас... Я еще свой текст не закончил. У нас будет гречичка с тушенкой. Попробуем, оценим. И возьмем интервью. А это говядина. А там была свинина. Беларусь. Я считаю, что свинина лучше, чем говядина. Короче, дождик настолько попугал, и все. А сейчас мы будем кушать тушеную говядину и гречку. Вкусняга. Мама готовит еду, папа охраняет чай. Да, от блогера вот этого. От блогера. Отдай термос. Все меня недолюбливают, потому что у меня камера. Мама, пожалуйста, дай еду. Пожалуйста, папа. Вернись обратно на нары. Дай попить. А я... Мой чай! Они нас впустили сюда! Мы будем есть! Ура!